Так, сейчас обзорное видео проведу, вернее не обзорное, а сравнительное видео сниму, попробую снять по двум косилкам. КРН 2.1 бежеская и КДН 2.1 бобруйска. Косилки абсолютно одинаковы по конструкции, только внесены доработки, изменения уже к сегодняшнему дню. Только одна сделана в Тверской области, другая в Беларуси. Ну вот перед нами КДН-ка 2.1. Кардан, похоже, заводской профиль. Здесь заварен уголок. Такой, кажется, жидковатый. Пальцы. Ну сейчас ту сниму, покажу. Здесь идет две пружины. На Тверской больше. Пятка как-то сделана, вынесена вперед, по-моему, мне кажется. Значит, вот бобруйска. Агромаш. Косилка дисковая, навесная, КДН 2.1. Так, этот у них почему-то постоянно плавающее положение выключено. Натяжник все то же самое, такой же. Так, тарелки сейчас попробуем. До них защита такая. Как она снимается? Никак, походу. Сейчас как надо. Тарелки у них еще старые стоят. С кастрюлями, как я называю. Гаечка маленькая. Полотно тоже переднее. Эти форточки какие-то слабенькие, по-моему, на бежецкой. Лучше стоят. Мощней. Так, ну и сейчас посмотрим бежецкую. Ну вот из последнего начнем. Да, вот эти фартучки. Это, я так понимаю, защита лыжи. Выглядит посолиднее. Ну, тарелки уже нового образца. Полотно, в принципе, похоже. Ремни я там не видел. А, ну вот у них стоит вот эта пружина. И вот это. И также это все сделано. Так, здесь я. Уголок смотрится солидней. Так что этот натяжник, принцип, все то же самое. Единственное, что сейчас покажу, у нас на бежецкой стоит масленка, на той нету. Все, что я замечаю. Но кто больше разбирается, понимает, тот добавит. Здесь маленько как бы он пошире, помассивнее. Ну, сейчас еще раз. Ну да, здесь просто поменьше. Там пошире, побольше и все. Да, то ли здесь нету пружины, не стоит. Сейчас этот узел еще раз посмотрим. И вообще масленку покажу. Ну вот. Нет у них масленки, потому что мы им переделали. Это наши знакомые приезжают, у нас ставят технику. У них навернулся вот этот подшипник, мы его меняли. Из-за этого смотрели, как там все набить, чтобы они полузакрытые подшипники поставить наружу. Закрытые внутри этот. То есть как они будут смазываться.
набили просто и все туда. Так. Ну да, маленько. Вот этого конструкция узла маленько другая. А так все то же самое. Ну все. Кто? Это намного сырой материал. И особо ее не хвалят. А вот КДНК намного лучше. Так что пока все. Значит, если кому-то что-то есть добавить, кто-то косил ими. Да, не путайте КРН-2.1 и КРН-2.1Б Бежецкая. Бежецкая — это херня. Ну вот. Последнее, что у нас приключилось, показа. То есть предохранитель вообще не сработал, а сломал крепление. То есть уперся не в муравейник даже, а в осоку, куст осоки. И вот так видно, да, что он был уже сломанный с двух сторон, или сваркой так его надкалило, или что, и сломал. Вот это последняя поломка в нашей косилке. Ну ладно, добавляйте свои комментарии, если есть кому что